Помнится, мне долговцы просили раздобыть для них гранатомет РГ-6 и говорили, что он есть у свободовцев. Так что сперва заглянем к ним, а потом уже к Клыку. Стоять! Служивый, дело есть. Мне не велено никого пропускать. А если очень надо? Я взяток не беру. Да я так, водки может. Нахера мне твоя водка? У нас свои навалом. Может, оружие какое или аптечек? Да есть у меня все. Вот, может, пыхнуть чего хорошего, но где взять? Мне кажется, я могу тебе помочь. Ну что, договорились? Ладно, неси траву, поговорим. У бандитов есть травка. Я им как-то из кровососовки целый мешок принес. Чуть не забыл. Вот, у меня есть универсальный детектор, только сломанный. Подозреваю, что левша может его починить. Привет, левша! И тебе не кашлять! Давненько не виделись! Дело у меня к тебе имеется. Есть детектор у меня один, необычный. Я его нашел у монолитовца одного. Посмотри, может, можно его отремонтировать? Ну-ка, дай-ка посмотрю. О, это очень хороший детектор. Если его настроить, то он будет отображать практически все аномалии. Так, в принципе, сделать можно, но его надо заново настроить. А для этого нужны артефакты тех аномалий, которые мы хотим, чтобы он показывал. Короче, нужны 6 артефактов. Слюда, кристалл, золотая рыбка, душа, рубиновая пружина и вспышка. Ё-моё, где же я столько артефактов хороших добуду? Ну да ладно, пойду искать. Дороговато выходит. Надеюсь, этот прибор того стоит. Вот теперь можно бежать к Клыку.
Привет, Клык! Ну что, был в лаборатории? Был, и как ни странно, меня там ждали. Кто? Монолитовцы. Я почему-то так и подумал, что они здесь как-то замешаны. Стрелок, ситуация накаляется. Такое ощущение, что монолит что-то задумал. Диггеры передавали, что видели группу монолитовцев на радаре. Твоя встреча с ними в лаборатории. Тут что-то очень серьезное заваривается. Да еще эти наемники. Короче, Стрелок, тебя ждет призрак. Нам необходимо, пока не поздно, разобраться во всем этом. Обратно в Припять? Не, я не пойду. Но почему? Я еле ушел оттуда. Не, ну ее эту Припять и ЧС вместе взятые. Как хочешь, но я пас. Черт, не ожидал от тебя, Стрелок. Ну да ладно, еще одну просьбу выполнишь, несложную. Что нужно? Здесь небезопасно. Отнеси бармену эту флешку, что ты принес, и ноутбук из X16. Пусть у него до поры до времени полежат. Это все, что я прошу. Сходи. Да, и у бармена для тебя еще какая-то работенка есть. А я пока твоим вопросом займусь. Потом зайди, порешаем, как быть. Ладно, Клык, отнесу бармену ноутбук и флешку. Итак, для начала я отнесу в свой тайник в баре миниган и СКС, так как они мне в принципе не нужны. А там и подумаю, чем заняться в первую очередь. Черт, опять контролер. Вон на биорадаре его вижу. Черт, по мне стреляет! Блин, здесь радиоактивно. Блин, словил маслину. Где он там? Наемники. Где твой ствол-то? А, нет, такое говно не нужно. Их было четверо. Я пока обыскал только троих. Вот четвертый.
карта предлагается сделать ставку. Ну а теперь пойдем потрем с бандитами. Может, они меня косячком подогреют. Здорово, князь! Есть дело к тебе! И тебе не хворать! Что хочешь? Трава нужна, сам понимаешь, не петрушка. Брателло, извини, но нету. Что была, продали, а новую через неделю подвезут. Да ладно, князь, неужели для меня хоть немного не найдется? Ну, есть немного, но сам понимаешь. Что хочешь? Стрелок! Тут у кореша моего днюха скоро. Хочу ствол приличный подарить. Абакан с интегрированным подствольником. Он давно такой хотел. Во, вспомнил. Штурмовой абакан называется, в натуре. Лады, поищу тебе ствол. Только ты это, траву никому не отдавай. А не завалялся ли случайно в моем тайнике такой абакан? Пойдем посмотрим. О, есть. Даже целых два. Ну повернись, что ли, ё-моё. Привет, князь. Вот, держи, надыбал для тебя абакан штурмовой. Вот уважил, вот угодил в натуре, мля. Вот пацан обрадуется, давно он такой хотел. Ну спасибо тебе. Ну что, траву не продал? Обижаешь, начальник, все путем. Вот трава твоя, я в коробочку положил, так не намокнет. И еще, вот тут презент от меня, модифицированный СПАС-12. Бери, князь фуфла не держит. Ну, спасибо. О, слышь, чувак, ты чё, себе в задницу фонарик засунул? СПАС-12 парадокс. Ну, пойдем положим в тайник. Патронов к нему не дал? Нет. Ну, тогда пойдем. Пойдем посидим в баре, покумекаем. Куда теперь податься? О, да уж, ну и работенку ты мне задал. Ползоны оббегал, пока ПДА искал. А тут такой сюрприз. Ты нашел его? Да, нашел, вот, держи. Это очень ценная информация, молодец. Вот, возьми, ты заслужил. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Все норм, пацаны. Ночную звезду пойдем в тайник положим.
О, нифига. Он их аж три дал. Короче, я в своем тайнике нашел все артефакты для того, чтобы отремонтировать универсальный детектор аномалий. И поэтому я ща по-бырому сгоняю к левше. А заодно у терминатора выменяю косяк на модифицированный РГ-6. Не туда. Сначала к левше загляну. Привет, левша! Здорово, брат! Нашел арты? Ползоны оббегал. На вот, держи. Ладно, подожди немного. Сейчас еще чуть-чуть. Так, вот и все. Держи, как новенький. Теперь должен распознавать аномалии почти все. Ну, во всяком случае, самые опасные, это точно. Зашибись. Был на поясе элитный. Теперь будет универсальный.
Привет! Вот, достал я траву. Держи. Вот, молодец. Короче, я сейчас отхожу и делаю вид, что ничего не вижу. Давай, у тебя 3 минуты на все про все. О, вот он валяется. Эй, чувак, а выпустит кто меня отсюда? Ты чё, дядя? В окно не пролезу? Нет, кажется, не пролезу. Ну ты, блин, даешь. Грохнуть, что ли, тебе? Ща поправим это дело. Вот и все. Так, я тут еще вспомнил, что нашел все части карты тайника Семецкого. И вроде бы он должен быть где-то на радаре. Вот он. Так что теперь я схожу туда. Там должно быть что-то очень ценное. Блин, откуда у вас здесь столько взялось? Туда шел, все было спокойно. Охренеть! Ребята, спасайте! Готово. Ух, и порезвились мы здесь. Кажется, там еще есть монстры.
О, этот детектор даже электрические аномалии показывает. Блин, здесь минное поле. Короче, хватит. О, возвращается. Не. Короче, ну их нафиг. Сыграю-ка я вам, други. Вон Никита Кузнечик пишет, что на армейских складах нашел труп плоти, и ему с ним весело.
Тайничок открылся на радаре. Блин, прям рядом с аномалией. Офигеть, Барретт! Винторез суперский. Костюмчик тоже. Беру все. Черт! Ух ты! И паук даже здесь. А где второй тайничок-то? Ага, понятно. Он в той стороне. Нифига, у винтореза Семецкого надежность выше намного, повреждения выше и скорострельность. Офигительный винторез. Гроза и два стальных колобка. Неплохо.